по-моему, что-то Мошенничество в Магадане теперь в сфере обслуживания домофонов. Жительница областного центра Оксана Фавстрицкая обнаружила у себя в почтовом ящике квитанцию на другую фирму по оплате услуг за домофон. В квитанции указана некая компания ИП «Щербанюк» «Цифрал Сервис Магадан». Это насторожило магаданку, потому что с индивидуальным предпринимателем раньше жильцы ее дома договорных отношений не имели. Я промониторила информацию в интернете. Я увидела, что предыдущая компания SMD сервис еще существует. Сегодня я с ними связалась, и они подтвердили, что они продолжают обслуживать наш дом, наш подъезд, мою квартиру, и что действительно вот эта квитанция – это элемент мошенничества. Сколько граждан могут по невнимательности попасть в руки к таким мошенникам, неизвестно. Эти виды обмана опасны, в частности, и для пенсионеров. Зачастую именно пожилые люди становятся жертвами мошенников. По-моему, что-то аналогичное было в Магадане лет 5 назад. Поэтому меня это тоже, так сказать, стимулировало к тому, чтобы быть осторожней. Но хочу сказать, что вот я оплачивала квитанции за себя и за свою маму. И, конечно, моя мама гораздо старше меня. И вполне может быть, если бы она это делала сама, то она не обратила бы на это внимания. Сама компания «Строймастер Домофоны» находится в другом городе. Из-за большого разрыва в часовых поясах мы не смогли связаться с директором фирмы. Магаданские специалисты не имеют полномочий для комментирования этой ситуации. Ну, потому что управление находится в городе Ярославль, они еще не проснулись. Но сейчас я не могу вам никого предоставить. Ну, таких полномочий нет у специалистов. То есть все делается по согласованию с руководством. По словам экспертов, каждую неделю в полицию Магадана обращаются около 10 граждан. Именно столько случаев мошенничества фиксируют правоохранительные органы. Сотрудники полиции призывают граждан всех возрастов быть бдительными и не поддаваться уговорам незнакомцев.